Школу в микрорайоне Волжский 3 в Чебоксарах планируют достроить летом 2019 года. Однако директора для нее определили уже сейчас. Конкурс на эту должность провели в столичной администрации. Заявки на участие в конкурсе подали два человека. Это Елизавета Долгова. Сейчас она является заместителем директора по научно-методической работе и инновационной деятельности Чебоксарской школы номер 6 имени Чапаева. И Инесса Исаева, директор гимназии номер 5. Она отметила, что видит новую школу как структурное подразделение своей гимназии. В Волжском 3 предполагается начальное звено, общее направление для средних и старших классов, а также техническая и медицинская специализации. А на Президентском бульваре гуманитарные направления. При этом Инна Исаева отметила, что принимать в новую школу будут всех детей, кто относится к ней по прописке без испытаний. В итоге представленную программу развития школы и саму кандидатуру Инны Исаевой на пост директора участники конкурсной комиссии поддержали единогласно.